Восточные сладости, но вот это внимание, конечно, сразу привлекает. Дичь в городе. Струя бобра 5000. Чариза из медведя. Обалдеть. Колбаса. Лось. Вкусно? Колбаски, бобр с васаби. Верблюд, лось, черная икра, бобр, васаби. Верблюда возьми. Васаби немножко. Я поняла. Верблюд вкусный, нежный, мягкий. Уточка. Салями из мяса бобра. Вы вообще видели такое? Колбаски из лося, с черной икрой. Марал. Колбаса, куропат. Это там что? Бобр в имитации плесени. Вот это, да? Да. Вкусно? Рулет и перепелки с клюквой. Ой, какая нежная. Вот еще нежная очень. Нежный, мягкий окорок кабана. Вот это окорок, да, кабана. А перепелка она с привкусом каким-то, да? Ягодный, да, есть, ну, немножко клюква. Кислинка. Здесь вот они, вот так, три ягодки. Дает свою кислиночку. Нет, салями, конечно, вкуснее. Ну, на мой вкус. Здравствуйте, пробуйте перепелочку. Да, салями из бобра вкусная. Колбаса из медведя. Вы гляньте, колбаса из медведя. Колбаса медведь. А это? Это колбаса из медведя? Специфично. Пробуйте медведя колбаску. Спасибо. Пожалуйста. Дикая Остатили мясная ножички. Тарелка. Это вот такая, да? Да, они разные, цена за 100 грамм. Обалдеть. Вырезка кабана сыровяленая, глянь. Да, есть побольше. Она вот штучка 770. Да, да, верно. Тебе бобр понравился? Да. Бобр вкусный, да. Просто мы уже порезали, он немножко подтаял уже, жирок. А когда в холодильничек придете, чуть положите, он на кабан в имитации плесени тоже. С ума сойти. Будет. Сало кабана. Сало кабана. Вот это сало кабана. Да, сало кабана. Не-не-не, спасибо. Сало кабана будет просто. Вкусно? Я в восторге. Попробуйте. Не, спасибо. Нет. Колбаса. Конь и як. Да. Не просто коньяк, а конь и як. Конь и як, да. Да, равно коньяк. Вот это, кстати, тоже очень вкусная оказалась вещь. Колбаса из бобра. Ну, это, конечно... Удивительно. Прикольно. Я знаю, о чем ты думаешь. Пошли. Либо покупай, либо пошли.